Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забираем. В магазин забегаем, открываем, смотрим, что у нас тут. Ну-ка, неужели нету карты, ребят? По-моему, нету. Да, ДНК, к сожалению, сегодня нам не дали. Печалька. Так, смотрим здесь, сколько, два осколка, мало. Опять же мало. Так, два портала, 4 доллара и мутаген 500. Понятно. Два задания мы с вами сделали. Давайте заберем ревард. Так, ребята, немножечко у нас осталось с вами времени. Сегодня надо как-то подтянуться нам на лиге. Так, поднимите уровень персонажа. Ну, это мы сейчас сделаем побыстренько. Ах, да, кстати, ребята, у нас Бакстер Муха сейчас. Погоди-ка. Угу, сейчас. У нас мутагена не хватает. Ёлки-палки. Печалька. Так, давайте тогда уровень кому-нибудь поднимем. Бибоп, давай-ка мы, наверное, тебе такое дело сделаем. Отлично. Забираем реварды. Так, сразиться в компаниях. Так, пройдите серию испытаний. Ну, вот это вот самое то, что нужно нам. Сейчас мы это быстренько с вами пробежим. Так, это пропускаем. Мы это все прекрасно видели не одну сотню раз. Так, пробегаем. Ну, здесь разбираем, ребят, тут никаких проблем в принципе не должно быть. Да хорош уже буянить, а. Так, а дайте я сам попробую разрулить эту ситуацию. Так, а ну-ка нахлобуч. О, Рахзарик, молодец. С удара. Так, и, пожалуй, так сделаем. Да, замечательно. Так, ну что же, двигаемся. Последняя волна у нас, ребята, здесь, как обычно, Бибоп Крастеди. Поэтому делаем провокацию Рафиком. И все, в принципе, мы, ребят, с вами в куражах. Потому что уже никто ничего не сможет нам здесь, в принципе, сделать. Так. Не упал, гад, ты посмотри. Получи. Так, теперь делаем, ребята, контр. Если у кого-то, ну, в принципе, на Зека упало. Так что Зек, ага, не досталось, чтобы Зек смог ударить. Ну и ладно, в принципе, давайте вертушку сделаем от Леонардо. Как-то она не ахти помогла, если честно. Но это уже и не важно, в принципе. Ну что ты там ищешь, говнюк? Получи. Ах ты, не упал. А если вот так сделаем? Готов. Ну, в принципе, нам нужно было пройти всего лишь одно это задание. Мы это сделали. Забираем ревард и будем сейчас искать карточки. Так. Собрать. Забираем здесь все. Так, кого бы нам, ребята, начать искать? В поисках кого бы нам отправиться? Давайте приценимся. Кто у нас тут ближе всего? Ну что, я вижу Бакстер Стокман, да? Также Нейтрализатор и Змейка Вьюн. Ну, на них очень дорого копить, на всех, в принципе, ребята. Поэтому даже не знаю. Гека, да ну нафиг еще так... Блин, Рафик, всего лишь одна карточка, ребята. Найти бы ему, и будет все хорошо. Смотрите-ка, у нас Макмен, в принципе, неплохо. Давайте попробуем, наверное, его поискать. Нам там 15 карточек нужно всего лишь на него. Я думаю, что за пару недель, хотел сказать. За пару дней мы, наверное, его соберем все-таки. И прапаем. Хотя он уже у меня давно не участвует в боях, но... Ах ты, елки ты палки, эпизод 6-7. А что это за эпизод? Где он такой? Ах, вот оно что. Ну, здесь, да, ребята. Здесь я вряд ли потяну. Да, получается тогда не за пару дней. Но за неделю. Так, ладно, давайте продолжать кого-нибудь искать с вами. И это будет у нас... Слушайте, давайте тогда Баксера будем искать дальше. Фортуна нам улыбнулась. Одну карточку мы получили. Поехали дальше. Вторая. Тихо, тихо, не надо мне так. Давай вот так вот, за порталы. Ага, здесь не вышло, к сожалению. Давай здесь тогда посмотрим. Отлично. Так, ну задание еще пока не выполнено, ребят. Еще пока не выполнено. Ёлки-палки, до сих пор еще не сделали. Хорошо, давай кого-нибудь еще посмотрим. Нейтрализатора попробуем найти. Так, поехали.
Все, ребят, задание выполнено. Давайте забирать. Шикарненько. Ну что, у нас остается, ребят, только лишь лига. Хотя, подожди, это я сегодня... Да, это я уже искал, находил. Так что, да, ребят, по-моему, остается только одно. Так, Усаги против, ребята. Я хотел эпизод 2 пройти, но, к сожалению, не получится, потому что мне дали фуфловые карты. Вы сами видите. Крис, ну и тут 45-й, я не знаю. Нет, ну можно, конечно, попробовать. Давайте попробуем разочек. Один лишь разочек. Нет, сплинтер здесь не подходит. Вдруг чудо нам улыбнется и мы выиграем. Хотя я сомневаюсь, очень сильно. Ну, естественно, Усаги начинает, ё-моё. Сейчас всех тут положат мне. Да. Так, ладно, делаем вот так вот, короче. Укрепляемся. Да, ребята. Ну, я думаю, что здесь шансов у нас, конечно же, нету. Фу. Печалька. Охренеть, какая печалька, ребят. Нет, ну Усаги хотя бы промахивается. Это уже какой-то плюс. И есть. Шредер жалко упадет, конечно, сейчас у меня. А он у меня как хил идет. Ах ты, Усаги поганый, а. И причем бесконечно свои суперудары делает, блин. Как будто у него, знаешь, энергии там просто тьма тьмущая. Ладно, я пока разберусь с грибами. И попробую все-таки как-то с этим Усаги справиться. Не знаю, что у нас из этого получится. Ага, дудки. Давай вот так вот сделаем. Отлично. Так, ну что, один на один мы с Усаги. Попробуем его пробить. Ты достал, ты сколько там делать-то будешь этих ударов-то? Так. Ты посмотри, ребят, у него энергия просто охренеть как быстро копится. Дай-ка я вот так вот сделаю, чтобы если он меня будет ударять... Блин, контр не повесился, ё-моё. Тогда усилимся. Так, опять он свой суперудар заряжает. Ладно, потерпим маленько. Так, что там у него? Контр, двойной удар, ё-просоте. И защита стоит. Ну-ка, пробьем, нет? Ага, хорошо. Ну что, я думаю, ребята, еще один удар ему... Сейчас сделаем, и он будет валяться. Даже его пляски с бубном здесь не помогут. Ты достал уже, а? Ну все, тебе хана, мандрыга. Да ёпрасоте, что такое-то? Есть. Но, как говорится, риск оправдался. По крайней мере, ребят, я прошел. И что-то мне дадут, какую ДНК-шечку. И это будет... Да ладно, понял я. Ага, две ДНК Усаги. Я очень доволен, ребята. Ну, а теперь остается только лишь... Да, зайти в платиновое и посмотреть. Ой, тихо-тихо. Ну, здесь, ребят, конечно же, никак, потому что... Хотя... Нет. Если бы у меня были бы здесь хотя бы герои... Ну, Шредер, хотел сказать. Блин, черепашка-ниндзя. Леонардо, да, предположим. Рахзар. Можно было бы этих ребят тут разобрать. Ну, а так, к сожалению... Нет никаких шансов. Ладно, пойдемте тогда с вами на... Подожди, задание выполнил? Достижение даже? Так, назвался Груздем. О, а вот это хорошо, ребята. Вот это вот очень хорошо. Но мутагена по-прежнему не хватает, чтобы я мог прапать своего Бакстера. Поэтому идем с вами на турнир. В бой. Тут, я надеюсь, у нас откатики произошли. Потому что у меня всего 5. Так, смотрим, 15-19, да, я думаю, что надо вот этого брать. Брать именно этого. И здесь у него 49-е, 47-е уровни. Получается, нам нужно, основным составом, что ли, получается, нам надо играть, ребят. Потому что, да, я этого, конечно, не хотел, но придется, придется, ребята. Ладно, разберем сейчас их по-быренькому, да и все. Поехали. Шварк. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой... Да, Гекка снесем. Ага, снесли.
Давай добьем. Отлично. Так, вертушка от Лео. Нормуль. Так. Доктор Роквелл валяется. Ну и все, ребят. Тут уже даже нечего смотреть, потому что победа за нами. Ладно, придется мне воспользоваться откатами и сделать еще один бой. Но я думаю, что это будет, наверное, последний, ребятушки, бой. Да-да-да, я понял, сколько. 1000 мутагена мы зарабатываем. Перелетаем на 38-ю позицию. Эх, не успею, наверное, ребята, я перейти в Лигу Сёгунов. Не успею. И от этого мне еще хуже. Так, ладно, давайте сделаем откат. И вперед. Если бы я хотя бы на Лигу Сёгунов однозвездочную перешел, уже был бы большой плюс. По крайней мере, по осколкам. Мы могли бы с вами заработать там сколько? 25 или 15 осколков платиновых. А так, дудки, так ничего у нас не получается. Так, ну-ка давай-ка, Доника. Ага, нагрели. Ну все, ребят, тут победа, сами понимаете. Да куда ты тут пыхтишь, пыхтун? Ничего же не поможет. Ага, подкрепиться решили. Хорошо, флаг вам в руки. А мы вот так вот сделаем. Погоди, погоди. Давай вот так вот. Вот, и остался лишь только Рафик здесь, никудышный. Давай добьем простым ударом. Все, ребята, как я вам говорил, здесь все элементарно. Потому что они слабенькие. Я их в разы сильнее. Ну, какая позиция у меня? Блин, 26-я только лишь. Почему так медленно и долго идет? Ну-ка, сколько у нас стоит, ребята? 250. Мне даже не хватает. Ё-моё, а! Что ж ты будешь делать? Да, по сюжету, ребята, нам, по-моему, тоже не продвинуться, да? Насколько я помню, мы с вами остановились. Ой-ой-ой-ой-ой, 72-е уровни здесь у нас, да? 72-е. Никак нам не потянуть. А в этой у нас остался только лишь последний босс. 74-й уровень. Офигеть. 74-й уровень. Ну, мне, знаете, просто хочется взглянуть, что это тут за чудаки такие. Давайте-ка разочек посмотрим. Если мы, конечно, вообще дойдем. Итак, эти жалкие мутанты, посмевшие мешать Кренгам. Вы глупцы, все вы. Скоро ваш мир будет принадлежать Кренгам. Преклоните колени, иначе умрете. Хе-хе-хе. Сосунок. Никто перед тобой ничего не будет преклонять. Да и вообще у нас здесь просто-напросто пробный, ребята, забег. Так, кого бы нам наказать-то? Ну давай Маузера попробуем. Ага, наказали. А так если... Ну, если мы сейчас будем так... Ёлки-ты-палки, ребята. Дела очень плохи. Очень плохи. Так, ну, давай, наверное... Хотя сейчас... Ага, провокация. Ладно, попробуем вот так вот наказать. Маузер упал. Этот у нас все еще с провокацией стоит. А ну-ка, давай его попробуем накрыть. Да. Хо-хо. Далеко мы так уйдем, ребята, с вами. Ну-ка, давай оглушение-то. Черт, они непробиваемые какие-то, вы посмотрите. С первой волной тут теребунькаюсь. Да отвяньте вы, а. Ну-ка, пробьем. Пробил, молодец. Так, хиляться, давайте похиляемся. Просто охота дальше пройти и посмотреть, что же у нас там все-таки будет. Да что, опять хил? Да ё-моё, а. Хил на хиле хилом погоняет, да, значит? Ай, пердушка, блин. И все в зэка, ребята, бомбят. Представляете? Специально по нему бомбят, гады. Так, этот сделал провокацию на себя. Хорошо, мы тоже сделаем провокацию и будем стоять и ждать. Пускай сами разобьются об меня, да? Так. Давай-ка вот так сделаем. Замечательно. Это, ребята, первая волна. Представляете, мы вот
сейчас елозим тут. Ух, а дальше я не знаю, что будет. Я даже боюсь представить, что там будет за босс. Ну что, а, тут у нас будет три волны. Мы уже с вами на вторую перешли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, стрелки. Да-да, ребята, именно стрелки. Ох, да они тут ватные. Ладно, это хорошо, в принципе. Так, ну киборги сейчас наверняка будут свои гранаты. Нет? Не будут? Нет, как же без них? Конечно, будут, ребят. Йот, ПРСТ. Меткость мне понизили, ребята, меткость. А промахнулись? Ну, так вот, отлично. Так, давай-ка мы вот этого... Нет, лучше вот этого. Убьем? Нет, не убили. А так, если сделаем... Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, добивочный. Так, что бы нам сделать-то лучше здесь? Фу, я даже не знаю. Давай пробьем. Попробуем. Отлично. Эть, вот, ребята, о чем я вам говорил. Зэк уже валяется, к сожалению. Зэк уже упал. Но этого мы должны ушатать. Что такое-то? Что будет делаться? Ну что же, ребята, а вот и босс. Мы с вами до него дошли. Дайте-ка взглянуть. Кто же это такой? Йокл. Ого. Вот это да. Ой, как больно ударил-то. Ого, ребята, у него... Че? Ёпарасы-то, ребят, если сейчас так дело пойдет, он нас просто тут всех распишет. Ты посмотри, как он жарит. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, не, ребятушки, не прокатит по ходу дела. Рахзар, давай делай провокацию хотя бы на удар. Я знаю, что он упадет, ребята, а фиг ли делать. Ё-моёшечки, воу, вот это хороший был удар, ребят. И он поплатился за это. Смысл провокацию делать я не вижу, ребята, поэтому придется бомбить. Ой, а мы по нему еще и слабые мам... Что он... Черт бы его побрал, ребят. Черт бы его побрал, мы не сможем его убить. К сожалению. Мы очень слабо бьем именно по этому вонючему Кренгу. Слушайте, ну если я подкачаю, ну, в ближайшее время своих ребят, хотя бы до уровня 65-го, я думаю, что ему ханарики. По крайней мере, я посмотрел, кто это такой. Теперь я представление имею, как с ним бороться и как. Так что, ребятушки, наверное, будем с вами закругляться. Получилась, конечно, коротенькая серия, но больше я ничего сделать за сегодня, к сожалению, не могу. Хотя могу. Я могу, ребята, Бакстера Муху развить. А-тя-тя, какой красавец, а? Да, ребята, у него появляется новый скилл. На крыльях называется. И это крылья Бакстера Мухи приводит в движение наука. Так, энергетическая защита в бою усиливается на 5%. Ну, это слабенько. Но, тем не менее, приятно, ребята. Так, а чтобы его пропать там дальше, я уже не помню, что нужно. Но, по-моему, нужны осколки, да? 330 золотых осколков, ребята. Да-да-да. Ну что ж, дорогие мои друзья, теперь уже, да, теперь уже точно мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все, всем пока, удачи и до скорого.